Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манухар Ванча калпатарувасча кипасинду вевача патитананг павани бхавайшнавибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхетагирим ят кипатам аханг банде парамананду мадвам бриндавай тулсидеббай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритто нуранчайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мадире Шанкиртане кришна катху падеш Гаурия патрасва пракаса неча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхабагна Мабишта Духам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Витатихам Панатупал Бхабадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллабана Качанда Маничатай Биспуриджита Камапикабаваду Свадарс, Пурнан Урагара Сасагара Сарамурти, Сарадхикаме Када Кипам Каруси, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхакта Бинда, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхакта Бинда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану Ламбита Бхуджаву Канака Бхудату Шанкиртаной Капитаро Камала Йотакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бивиши Тобам Бхагам Нараяно Приямананга Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясьясьте самби твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Абисрити Кришна Падар Виндиор
Кхиноти Абхадрани Чаушантаноти Сатасва Суддхим Парамартха Бхактим Гьянан Чавигьяна Вирага Юктам Абисрити Кришна Падара Виндайор Абисрити Кришна Падара Виндайор Кхиноти Абхадрани Чаушантаноти Сатасва Суддхим Парамартха Бхактим Гьянан Чавигьяна Вирага Юктам Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что если я стремлюсь удовлетворить общество, публику, если моей целью не стоит удовлетворение Бхагавана, это не бхакти, это не путь Шраутапан, это не Шраутапантха. Я иду по Ашраутапантхе. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти, Сиддханта, Сарасвати, Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что стараться удовлетворить публику вместо Бхагавана — это не бхакти. Но удовлетворять Бхагавана, стараться порадовать Кришну — это бхакти. Если внутри меня страх, я боюсь говорить об абсолютной истине, я боюсь, что весь мир восстанет против меня. Поэтому лучше я не буду говорить об истине. Это указывает на то, что я не иду по пути Шраутапанты, я иду по пути Ашраутапантха. Но это очень дешевый способ. Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж сравнивал пратиштху с мочой испражнениями. А также с желание пратиштхи — это сравниться с проституткой, с грязной женщиной, с блудницей. Грязная женщина, блудница танцует в моем сердце, олицетворяя собой желание почестей, как в таком случае я смогу обрести прему? Люди не понимают, что означает Тринада Пибхава, что такое истинное смирение. Смирение — ключевой фактор в преданном служении. Без него никто не может стать вайшнавом и совершать настоящий баджан. Тем не менее, никто не может понять глубинное значение таттвы Тринадапи. Махапрабху говорит нам, что не следуя, без смирения говорить Харикатху невозможно. Если есть Тринадапи, возможно Харикатха. Если есть смирение, то и будет и Харикатха. Поэтому-то Махапрабху и говорит Шикшаштакам: если я не могу почитать свою гуру варгу, не могу почитать чистого преданного, я не являюсь саду. Настроение вайшнава заключается в желании прославлять
своих гуру, сампрадая вайшнавов. Но если такого желания нет, если нет стремления прославить их, то такой человек не может называться вайшнавом. Это говорит о том, что у него есть зависть. Зачем это я буду прославлять Парампаджипад Шридхара Госвами Махараджа? И те, у кого есть зависть, не могут совершать харибаджан. Поэтому Наротам Дас Такур пишет, описывает, как могут быть применены шесть пороков человека, такие как гнев и так далее. Но последняя зависть он использовать не может, никак не может применить в преданном служении. К примеру, гнев можно применить, гневаясь на тех, кто против гуру и вайшнавов. Но зависть настолько ядовита и опасна, что Наротам Дас Такур не видит никакой возможности применить ее в преданном служении. Поэтому он говорит, что ее необходимо избегать. Ведь если есть мацарья, зависть, все остальные пороки уже присутствуют в нас. Это значит кама, кротха, лобха, то есть все шесть пороков уже в нас вместе с мацарьей. И она совершенно бесполезна в Хари-бхаджане. Таким образом Махапрабху четко говорит, в каком состоянии я могу воспевать святое имя. Тринада писуничина, тарор аписахишнана. Это единственное правило. Нужно выражать почтение преданным вайшнавам, но не лицемерам. На самом деле оскорбительно выражать почтение лицемерам, если я вижу, что кто-то разрушает общество Гаудия вайшнавов, что он лишь носит одежду вайшнава, что он лицемер. Если я буду выражать им почтение, это будет оскорблением. Об этом говорит Прабхупад и Рупа Госвами. Мы должны избегать общения такого человека. И Бхактивинода Такур говорит об этом. Бхактивинода Такур говорит, что их нужно выкинуть из нашей сампрадая. Чтобы осквернение прекратилось. Нужно отказаться от всяческих взаимоотношений с такими людьми. Но в настоящие дни происходит полностью противоположное. Те, кто говорят о чистом преданном служении, общество Гауди Вайшнавов старается отодвинуть их так, чтобы у них не было возможности делать это. Рупа Госвами дает подразделение, кому как нужно относиться к каништхе, к чистому преданному и к мадхи-матхикари, к среднему, к преданному средней категории. Неправильно думать, что почитать нужно всех одинаково. Это также оскорбительно. Если вы будете почитать всех одинаково, или если вы не будете никому выражать почтение, это одинаково оскорбительно. Как правило, люди понимают под смирением внешнюю скромность.
послушание, но это заблуждение. Прабхупад говорит, что, скорее всего, это проявление смирения. Это, скорее всего, это проявление лицемерия. Когда человек внешне производит впечатление, старается произвести впечатление смиренного, Прабхупад говорит, что, скорее всего, это демон, который полон лицемерия. Мы очень легко можем распознать подлинное смирение. Если преданный не жаждет славы, положения за его служение, то есть если он совершает какое-то служение и ничего не ждет взамен. Если я служу своему духовному учителю, я не жду за это славы. Именно из-за смирения Мадхвендра Пурипад хотел уйти из Римуны, когда Гопинатх похитил для него кхир. Он боялся, что все узнают об этом и начнут прославлять его. Для того, чтобы избежать почета в свой адрес, он убежал. Тем не менее, мы не можем избежать полностью вайшнава пратиштхи, потому что она естественна. Естественно, что чистый преданный старается избежать пратиштхи. Он бежит от нее, но пратиштха бежит за ним, следует по пятам. If you are not going to give honor to Vaishnavi Pratishtha, then surely you are going to reach the hell. Если вы не будете с уважением относиться к Вайшнава Пратиштхе, вы точно отправитесь в ад. Что же это означает? Что такое вайшнава пратиштха? Когда кто-то выражает мне почтение или что-то дает мне, я не привязываюсь к этому, не привязываюсь ни к почету, ни к дарам окружающих. Но для нас это кажется невозможным, запредельным. Но для чистого преданного это естественно. Что бы ни получало, деньги, почтение, он не принимает их. Он по принципу юкто вайрагия вручает, передает это Бхагавану. Он использует это в служении Бхагавану, не использует для себя. То есть, если к вам приходит слава, и вы, не принимая ее на свой счет, передаете ее вайшнавам, Бхагавану, это и есть вайшнава пратиштха. Но Рагунатдас Госвами говорит о грязной пратиштхе, когда я жду ее от окружающих. То есть пратиштха не способна осквернить нас, если мы передаем эту славу Бхагавану и Вайшнавам. Именно поэтому он написал в своей статье «Вайшнава Ке», эти строки. Придется пойти в ад, если вы не будете почитать вайшнавов.
Мадхавендра Пурипад хотел убежать от славы. Тем не менее, слава шла по его стопам. Она, Пратиштха, поклонялась его лотосным стопам. Но Мадхавендра Пурипад, он не просил ни у кого абсолютно ничего, даже молока, даже воды. Что же говорить о чапати, о хлебе? Если кто-то по желанию Бхагавана, по вдохновению Бхагавана давал ему что-то, он принимал. Однажды ему пожертвовали 10 тысяч коров. Но он принял их ради служения Шринаджи Махараджу, ради служения божеству, которому он поклонялся. Как я рассказывал, он построил храм на вершине Говардхана и поклонялся ему. Но, конечно же, он всегда, всю жизнь поклонялся в уме божеству, не только тогда, когда божество непосредственно попросило его о служении. Сам Бхагаван попросил его, и только поэтому он начал совершать служение. Он все делал один, не было никого, кроме него, кто служил божеству. В этой шлоке говорится, что мы должны убедиться, что мы всегда будем помнить о Бхагаване, что мы никогда о нем не забудем. Это самое первое, что необходимо сделать. Если я всегда буду помнить о Бхагаване, все проблемы будут решены. Это слова Судама Випра. Если я буду постоянно думать о Верховном Господе, Он дарует мне свои лотосные стопы. Он отдаст мне себя, если я буду думать о его лотосных стопах. Настолько милостив Господь. Мы не должны забывать о его лотосных стопах. Именно поэтому существует 64 вида преданного служения. И 9 из них наиболее важны. Прохлад Махарадж перечисляет их. Если мы будем служить Бхагавану, примопучая этих 9 наиважнейших лимбов бхакти, составляющих преданного служения, с полной ништхой, Махапрабху объясняет, что кто-то практикует лишь один вид преданного служения, кто-то три, а Амбариш Махарадж практиковал 9 видов преданного служения одновременно. Это не так важно. Но Махапрабху объясняет, что каждый может практиковать в соответствии со своими возможностями и способностями.
Один, два, три вида. Если, главное, если вы будете совершать их с полной любовью, искренностью, вы обретете прему, которую жаждут обрести Брахма и Шанкара. Главное — это ништха. Порой мы видим, что еще с самого детства дети обладают настроением преданного служения. Они хотят служить. Поэтому, возможно, в прошлых жизнях они уже занимались баджаном. Так же, как и в случае с Гаджандрой. В прошлой жизни он совершал баджан, занимался духовной практикой. Вритрасура. Но потом он родился как демон. Не сомневайтесь, что те впечатления, которые вы получили от духовной практики, никогда не исчезнут, никогда не пропадут. Они всегда останутся с вами. Все, что вы делаете сейчас, не будет утеряно. Но все остальное, все, что не касается преданного служения, все уйдет. Ничего не останется, ни образование, ни то, что в вашей памяти. Но самскары, которые касаются преданного служения, пойдут за вами. Поэтому это наше главное богатство. Если даже в этой жизни вы не достигнете своей цели, не достигнете успеха в преданном служении, у вас будет Бхагаван наделит вас шансом в следующей жизни. И вы сможете начать баджан именно с того момента, где вы остановились сейчас. Допустим, вы дошли до определенного момента, определенного уровня и оставили тело. Именно там, где вы его оставили, начнется, в смысле, именно на том моменте, где вы остановились, начнется, с этого момента начнется ваша следующая жизнь. То есть на этом с этого уровня вы и продолжите. Это доказывает, что ничто не будет потеряно. Что бы мы ни делали, поклонение божествам, воспевание святого имени, все это, результаты этого не будут потеряны. Итак, вчера мы говорили о том, как Яду Махарадж задает вопросы Авадхута Гуру. Авадхут ни с кем не разговаривал. Тем не менее, глядя на Яду, он понял, что перед ним замечательный преданный. Вы знаете, почему порой люди молчат? Молчание — это способ избежать болтовни, нехороших разговоров. Молчание не значит, что я не могу рассказывать харикатху. Со мной такое много раз было. Я молчал по месяцу, по два месяца, по три месяца, но рассказывал харикатху. То есть только харикатху. Таким образом, молчание — это способ вовлечься в харикатху, в киртан. Это высшее применение молчания. Отказ от всех мирских разговоров и только харикатха. То есть и так Авадхут ни с кем не разговаривал, но когда он встретил чистого преданного, он заговорил. Если чистый преданный задает какой-то вопрос, а вы при этом не отвечаете, это оскорбление.
отвечать необходимо. Даже если вы совершаете мауна-врату, если вы дали обет молчания, все равно вы должны ответить. А вот Ходу Махарадж был очень впечатлен смирением Яду Махараджа, поэтому он начал говорить. How I am traveling all around without any tension, without any anxiety, without any tension, like the small pit from child. Без всяких беспокойств я путешествую по всему миру с детской непосредственностью. Сейчас я объясню тебе, почему это так. У меня есть очень много гуру. И от каждого из них я получил то или иное знание. How I am traveling without tension, let me speak to you. How? He's speaking, I make so many guru. First of all, I say, I make this earth, Prithivi. Prithivi is my guru. Prithvi, моя гуру. Wind is my guru. Vayu, ветер, гуру. Akash, space is my guru. Akash, то есть пространство. Akash, воздух. Мой гуру. Akasham. Опи, огни, fire, огонь, огни. After that, moon god. After that, луна, sun god. Солнце, after that, prison, one can speak голубь. Heart. Those who are grihastha devotees, they are, you know, taking. So many. You который know, преподнес урок для всех грехастха преданных. They are getting some prison, and every day they are appropriate time, they allow them to fly. In the sky, they're going to, голуби, fly, and so many other, you know, prisons. They're going to attract them, and they're coming. То есть семейные люди держат таких голубей, они отпускают их в небо, они возвращаются назад. Питон, мой гуру. Океан. Ночной мотылек, который летит на огонь. Пчелы. I learned from elephant is also my guru. Slon. I learned something. You know. After that, Madhuha. First is Madhukrit. Those who are going to collect. Первое это Madhukrit, то есть пчелы, которые собирают. And the second one Madhuha. Madhuha. Мед. Those who are going to и Мадуха, следующий гуру, это пчеловод, который забирает у пчел собранный мед. Олень, мой гуру, блудница, пингала. Guru, I can come to the one special bird. I learned something from a small boy, very orbhaka. Маленький мальчик. I have learned something from. Кое-чему научил меня. Virgin, you know? Some small girl, not married. Юная девушка также преподнесла мне урок. Not yet married.
Кумари, то есть юная девушка, которая еще не вышла замуж. Помимо всего, это название, это слово означает и женщину, которая не вышла замуж. Во время Дурга Пуджа есть правило поклоняться юной девушке, которая еще не вышла замуж. Это называется Кумари Пуджа. Правила имеют под собой, все эти церемонии имеют под собой глубокую почву. То есть кумария означает неоскверненная женщина, то есть еще не вышедшая замуж. Или уже совсем не вышедшая замуж. Кто-то сказал Прабхупаде в разговоре, я не женат, значит, я брамачари, я тоже брамачари, как все брамачари. Прабхупад ответил на это. Тогда животные, которые в зоопарке живут в отдельных клетках, тоже лучшие брамачари, выдающиеся среди брамачари. Но это воздержание от половых отношений не означает, что ты уже брамачари. So it's very dangerous. So Baba speaking, if you are going to claim that you are brahmachari because you are not married, then all the animals and the Jews, they are also brahmachari. They are not going to mix with them. This is not the actual meaning of brahmachari. То есть brahmachari means at anyhow you are to control your body pressure. Одинокая жизнь еще не означает, что ты брамачари. Прежде всего, необходимо контролировать свое тело. Вначале мы должны заставлять себя, но потом, естественным образом, в процессе служения тело очищается и естественным образом поддерживает брамачарию. То есть есть люди, которые прикладывают столько усилий, чтобы соблюдать брамачарию. У преданных это происходит естественно. В некоторых сампрадах есть такие саду, так называемые, которые не могут терпеть. Терпеть половое желание. Но если вы совершаете настоящее служение вайшнавам, нет никакого желания, не нужно даже сражаться с ним, бороться с ним. Потому что, когда вы видите красоту Гурупада Падмы, вы не будете испытывать никакого влечения к каким-то грязным вещам. Зачем мне грязь, когда у меня есть мед? Those who are beasts, they are getting. Why should I follow? It's quite natural.
В от милости читания Махапрабху преданные забывают обо всем, когда то есть они танцуют от счастья, и брамачари, естественно, для них им не нужно предпринимать никаких усилий особых, чтобы ее поддерживать. Все зависит от того, насколько вы привязаны к Бхагавану, сколько у вас любви к нему. Рагунандан Ачарья в Катве предлагал подношение божеству. И, а Бхагаван все съел. Мама удивилась, спросила, где Прасад? А Гопал все съел. Когда отец вернулся домой, отец тоже спросил, где Прасад. Мальчик ответил, божество съело. Отец стал, не поверил, как это возможно. Я каждый день предлагаю, но он глазами вкушает. Все остается на тарелке. Дай-ка я его проверю. И он дал мальчику ладу. Сказал, иди предлагай. You have heard this name? No, never heard. You never heard what I can say. Morning time bhog, very early in the morning when you are going to give bhoga. А ранним утром. Бхога, то есть подношение божеству, называется бхал-бхог. То, что днем предлагают, называется радж-бхог. А то, что вечером — сита-бхог. То есть у каждого подношения по времени есть свое название. Мальчик зашел в алтарную и стал предлагать ладу, но божество ничего не ело. Мальчик стал разговаривать с ним. У тебя что, аппетита нет? Это же для тебя. Кушай, пожалуйста. Отец ждал, смотрел. Он постоянно... Мальчик заходил и выходил из комнаты, потому что он видел, что отец так делает. И каждый раз, когда он заходил, ладу оставалось нетронутым. И он уже разозлился. Почему ты не ешь? Я же принес для тебя. Утром ты все съел, а сейчас все подумают, что я наврал. И он уже взял палку по данду, палку, чтобы стукнуть божество. Но Гопал в этот момент начал есть. И все это увидел отец. Имеется в виду, как только заглянул отец, Гопал перестал есть. Таким образом, Бхагаван... маленькому мальчику он явил свой даршан, то, как ест. Но какому-то взрослому преданному он мог и не явить. То есть ничего не зависит от возраста. Все зависит от любви, которая у нас есть к Господу. Если нет у нас веры, если нет любви, то нет и даршана. Однажды один негодяй спорил с Кеша Госвами Махараджем.
non-devotees, I mean, those demons, you can taste. You can taste this practically. When there is one pure devotee, на самом деле, всегда из-за присутствия чистого преданного демоны испытывают дискомфорт, неудобство. И такой вот нечестивый человек сказал Кешаве Госвами Махараджа, почему вы в обществе сейчас тут проповедуете, почему вы сюда пришли, приехали? Вы же саду, вам нужно быть в лесу. И на это Кеша Госвами Махараджа ответил, да, в лесу полно диких животных, диких и опасных животных. Но тут, вот в вашем городе, я увидел, что здесь более опасные животные, которые нуждаются в помощи. Именно поэтому я приехал сюда, чтобы вылечить собравшихся здесь животных. И это был абсолютно правильный ответ, правдивый. Потому что люди могут быть гораздо более опасны, чем животные в лесу. В лесу только от голода дикое животное набрасывается на другое животное или на человека. Но люди могут делать гораздо более страшные вещи в гораздо больших масштабах. Еще в детстве я знал из стихотворения одного поэта, что можно пойти в лес, поймать там какое-то дикое животное и привезти домой. Бывает такое, что люди держат в своих домах львов. Это на самом деле частое явление. Один иностранец в Удале. Один иностранец взял к себе маленького льва, тигра, и готовил для него, ухаживал за ним. В Панджабе такое бывает, есть семья, в которой живет лев. И у этого льва совершенно нет никакого желания крови. Он спокойно живет. Но когда он почувствует запах крови, когда он захочет крови, посмотрите, что он может сделать. Так вот, этот поэт пишет, что можно и теленка принести лесного домой. Еще какое-то лесное животное. Это возможно. То есть из леса привезти город домой. Но невозможно вытащить животное из моего сердца. Еще тогда, в детстве, я был очень впечатлен этими словами. То есть из лесу-то я могу привести дикое животное, но дикое животное из своего сердца вытащить крайне сложно. Настолько тонкое замечание того поэта.
Даже встретившись с саду, мы не можем выгнать, прогнать этого животного из нашего сердца, этого хищника. Поэтому мы лгем. Поэтому бегаем за деньгами, но нужно четко понять, что в момент смерти нас деньги не защитят. Но вы очень сильно разочаруетесь, когда настанет ваш последний день, и деньги не смогут вас защитить. Если я начну рассказывать правила брахмачария, вы будете очень озадачены. То есть это очень сложно в действительности. Но в нашем Гаудия Бхаджане брахмачария, естественно, она, это нечто очень простое для преданных. Все, что нужно, просто служить гуру и вайшнавам. Служа гуру, следуя экадаши, постясь, ваши органы чувств естественным образом придут под ваш контроль. И не только это, как они станут ручными. Вы будете приказывать им делать то или иное действие, и они будут слушаться вас. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур написал в своем киртане, что все мои органы чувств под твоим контролем, для твоего служения тебе, Господь. Как высоко нужно подняться, чтобы осознать все эти истины? Какого высокого уровня необходимо достичь? Бхактивинода Тхакур пишет, я использую свои чувства по твоему желанию, в соответствии с тем, что хочешь ты. Когда Шривас Пандит, Шринивас Ачарья, Бхактивинод Тхакур, у них рождались дети, это не означает, что они занимались чувственными наслаждениями. Все это происходит по желанию Господа. Но для того, чтобы в действительности это понять, нам необходимо занять достаточно высокий уровень духовного развития. So it is written that Bhaktivinoda Thakur living family life, Sivas Pandit living family life, Бхактивинода Тхакур, Шивананда Сена, Шивас Пандит жили семейной жизнью. Тем не менее, их жизни были не такие, как наши с вами. Хоть они и были домохозяевами, семейными людьми. Тем не менее, они не были такими, как мы с вами. Like the case of this Mahapurush, because I will have to touch this, you know, something I can touch because time is going, I am helpless. So Paramahansa Siddhartha Goswami Maharaj, I told already, when he was Raya Ramananda Prabhu. Итак, Парам Пуджапад Шридхар Госвами Махарадж.
в то время, когда он был Рамананда Прабху, еще до принятия саньяса, он был на установлении божеств в Сарбхоге в Ассаме. Там Прабхупад открыл храм. Пока устанавливали божеств, Прабхупад ждал. Он ждал, когда он сможет начать абхишеку. А Рамананда Прабху, Прабхупад попросил сделать подготовительную работу. Нужно было помыть божество, то есть омыть его от пыли, затем надеть на него красивые одежды, что для абхишеки. Во время абхишеки поливали медом, маслом, ги и так далее. Вы наверняка видели, как мы проводили абхишеку Шанкар Бхагавану. И Рамананда Прабху сделал все, что требовалось. И движимой любовью к Господу он предложил цветы лотосным стопам Божества и даже одел гирлянду. Иногда чистый, то есть это в действительности не входило в правила, но иногда чистый преданный делает что-то, что выходит за их рамки. Как, к примеру, Пундарик Видянитхи, прежде чем поклоняться, он пил воду Ганги, потому что он, такого правила нет, но он верил, что если я попью воду Ганги, я очищусь, и тогда смогу поклоняться божествам. И также правило такое есть, что не нужно предлагать гирлянду божествам до их установления, потому что это бессмысленно, ведь божество еще не стало божеством. Но движимую любовью Шивачидана Махарадж, Рамананда Прабху предложил. Когда Прабхупад зашел, подошел к божествам, он приоткрыл штору и увидел, что божества в гирлянде, с гирляндой. И он понял, что установление уже прошло. Но Рамананда сказал: «Нет, я же ничего не делал». На самом деле, когда Прабхупад только взглянул на божество, они уже проявились там. Когда мы смотрим на божество, мы видим железное божество, деревянное божество, металлическое божество. Но когда смотрит Прабхупад, он видит перед собой божество. И естественным образом божество становится божеством. То есть... И так Прабхупад заключал, что абхишека уже завершена. Сам Прабхупад говорил о Рамананде Прабху, что он лучший проповедник в гаудия-вайшнавском обществе. Он с глубоким терпением давал ответы на различные вопросы преданных, кто бы ни приходил к нему. К нему целыми днями приезжали преданные со всего мира. Он говорил Харикатху по 4-5 раз в день. Как правило, после обеда пожилые преданные отдыхают, но Шивачидана Махарадж никогда не отдыхал. С утра до вечера он отвечал на вопросы приходящих к нему преданных. Иногда как-то я слышал, как ранним утром я слышал запись
аудио, как арати закончилась, и птички пели, а Махарадж рассказывал Харикатху. Преданные слушали. То есть с самого раннего утра. Необходимо понять Вани Сварупу Шрила Сридхара Госвами Махарадж. В противном случае я не смогу увидеть его в настоящем свете. Мы просим его о прощении, если мы совершили какие-то оскорбления, и молимся о милости этого возвышенного преданного. Он Парамахамса. Если вы будете слушать воспевание Шрила Сридхара Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, то, как они повторяли святое имя, вы должны постоянно держать включенным запись их повторения святых имен, как Шрила Сридхара Махарадж воспевал, пил киртан, как он призывал Господа, как он молился Гор Нитянанде и звал их. Гор, Гор, Гор Нитай. Он так звал их, как будто бы умирает без них. Так звал. Вы должны включать постоянно эту запись Шрилы Сридхара Махараджа, Шрилы Бхакти, Киртан Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, и тогда все ваши пороки, такие как кротха, кама, уйдут. Вам будет очень хорошо, ничто не будет беспокоить вас, никакая кама, никакого вожделения, никакой гнев. Ну, конечно, вы должны концентрироваться на этом. Если, к примеру, вы слушаете Харикатху, но на самом деле не слушаете, то она не поможет. Итак, сегодня день явления Шрилы Сридхара Госвами Махараджа, и мы молим его о милости. Итак, я рассказал, перечислил многих гуру. Которых назвал Аватхот. Паук, змея. Мотылек. От всех них Аватхот почерпнул знания. Завтра мы продолжим, сейчас я должен бежать.